Thank you.
Я человек, как ты. А если бы я спросил тебя, кто ты такой? Слышал бы в ответ, что королевской крови я. Ха! Все это для меня слишком сложно. Ты должен объяснить попроще, чтоб, если хочешь, чтоб я понял. Хорошо. Над многими людьми и странами владычествует мой отец, король. Я его сын, потому я принц. Люди, страны, принц. Так говорят, разве кроме наших скал есть еще люди и страны? Их тысячи. Там, значит, можно много птиц продать. Скажи, как эту местность называют и кто ею управляет? Не знаю. Я только знаю, что недалеко отсюда стоит моя соломенная хижина. Она меня спасает от холода и дождя. Но чем же ты живешь? Я ем и пью, как все живые люди. А как ты пищу добываешь? Обменом. Я добываю от звездной королевы различных птиц. За это я получаю от нее вино, сладкий хлеб. Звездной королевы. Скажи, мой друг, имел ли ты счастье видеть эту госпожу ночи? Видеть? Звездную царицу ночи? Видеть? Да если ты еще хоть раз задашь мне этот глупый вопрос, я посажу тебя вот как снегиря в мой птичий домик и будешь потом разговаривать о звездной королеве с другими моими птицами. И пусть тебя за это свалят или изжалят. Странный человек. Звездную царицу ночи видеть. Да какой смертный может похвастаться тем, что видел ее? Как пристально он на меня смотрит. Я, кажется, начинаю играться. Зачем ты смотришь на меня так подозрительно и плутовски? Затем? Затем что? Сомневаюсь, человек ли ты? А кто же я? По виду и одежде я бы принял тебя. Но только не за птицу! Остановись, говорят тебе! Да не трой меня! Я силой гигантской обладаю! Если он сейчас не испугается, я убегу отсюда. Гигантской силой? Так, значит, я домой спасен от этой ужасной змеи. Змея? Живая она или мертвая? Но как ты одолел это чудовище? Ты безоружный. Зачем оно? Рука моя сильнее оружия любого. Ты, значит, задушил ее? Да! Задушил! Я в жизни не был так силен, как сегодня. Помоги ему! Ну вот, теперь не попадет. Да приди же ты! Кто он сидел? Не знаю, кто они на самом деле. Я только знаю, что каждый день они уносят моих птиц, а мне взамен приносят вино и сладкое хлеб. Извините. Они красавицы, наверное. Не думаю. Когда бы они красавицами были, они бы свои лица не закрывали. Помоги ему! Молчи! Угрожаю! Ты спрашиваешь, меня красивые они? Я так тебе отвечу. Других, таких прелестных, я в жизни не видал. Теперь они добрились, да? Помоги ему! Ну, чем я повинился, что они так суровы? А вот красавицы мои!
война. Но кто посмел ее погиб? Твой демон Зарастро! Зарастро! Скажите, где искать жилище этого злодея? И я немедленно отправлюсь в путь. Полина будет спасена любовью, кто клянусь сердцем. О, Боже, что это? Ужайся, юноша, провозглашается прибытие царицы ночи. Она идет. Thank you.
Папа!
портрет она ему вручила и отдала обоим нам приказ. Кто это у меня спустил? Его решение просто таким же быстрым, как и любовь к тебе. Любовь? Значит, он меня любит. Но повтори еще раз, мне нравится слышать это слово. Ха, охотно верю, ты ведь как никогда девчонка. А на чем я остановился? На любви. Вот именно, любви. Глаза ты вытаращишь, юношу увидел. Прекрасно, пусть это случится. А если это западня? Что, если ты злой дух и спит и тому зарался? Что? Я злой дух? Да я самый лучший дух на свете. Прости. Прости, что я тебя так обидела. У тебя такое чувствительное сердце. Конечно, чувствительное сердце у меня. Но какой от этого толк? Порой мне хочется вот все пены из себя повыдернуть, когда подумаю, что у Папагена нету Папаген. Бедняжка, значит, у тебя что, еще нет жены? Не даже милой. А ведь и наш брат хочет иногда поговорить с кем-нибудь по душам. Терпение, мой друг. И небо скоро позаботится о тебе. Оно пришлет подружку, о которой ты мечтаешь. Только бы побыстрее. Thank you.
Yeah.
Thank you.
никогда не видно. Что барашник не хопает? Значит, он богам и милости их удостоит.
на любые. Да будет так. Пускай идут они. Где я? Скажите, где мой юноша? Он ждет, чтобы сказать тебе последнее прости. Данило! Вот разве, если было бы действительно возможно,
испытания не пройдешь. А в чем состоят все эти ваши испытания? Законам нашим подчиняться и даже перед смертью не дрожать. Я остаюсь холостяком. Но ведь для тебя давно заросла девушка, приметь. Она и внешность, и одеяние тебе подобное. Подобно мне? И молода. Не только молода, но и красива. А как ее зовут? Папагена. Как? Папагена. Папагена! Хочу и видеть невооруженный глаз. Увидеть не запрещено. Если я ее увижу, я лучше должен лететь. Я остаюсь у вас веков. Увидеть можешь ты ее. Но до поры до времени не обменяться с ней ни слова. Способна ли твоя душа на выдержку такую? Сумеешь ли держать язык свой за зубами? О, да! Твою руку, ты ее увидишь! Я на того законе испытания молчания подвергаю. Из этого погибнете вы оба. Помилуй, ты увидишь, но с ней ни словом не обмолвишь. Yeah.
подвергая себя таким тяжелым испытаниям? На этот глупый твой вопрос пускай тебе ответит разум. Идем. Мой долг повелевает мне вести тебя вперед.